А сейчас на ваших экранах 58 килограмм. Мужчины. Гладких Владимир, сборная команда ФИАС-1. Чидрашвили, Вахтанги, Грузия. Владимир Гладких, чемпион мира 2020 года, который чемпионат мира проходил здесь, в Нови Сад, Сербия. В 2020 году он стал чемпионом, также он является чемпионом Европы, трехкратным 17 года, 19 и 21. Вахтанги Чидрашвили является шестикратным чемпионом мира 13, 14, 15, 16, 18 и 19 года. В прошлом году он стал на чемпионате мира бронзовым призером. И также он является четырехкратным чемпионом Европы. Активно начали борьбу спортсмены. Обменялись атаками. Два очень опытных спортсмена. И поэтому они оказались в финале. Сейчас померяются силами, кто сможет одолеть, кто из них окажется сильнее. Неплохая попытка от Владимира провести бросок через голову с упором стопы в живот и переход на рычаг локтя. Но защищается Вахтанги, поднимается в стойку. И борьба продолжится в стойке. Попытка броска от Чидрашвили через спину с колен. Но с места неподготовленная. И переход сразу, переход на рычаг локтя от Гладких не увенчался успехом. Судьи переглянулись друг с другом. Уже полторы минуты встречи позади. Пассивного явно никого нет. Атака от Гладких Владимира. Как контрприем провел. Что же судьи? Оценку я так и не увидел за предыдущее техническое действие. А вот главный судья соревнований Иван Метов, Болгария, подзывает посмотреть. Просит судей, тройку судей, посмотреть видеоповтор, что же там было за техническое действие, стоит ли его оценивать или нет. Нам тоже сейчас покажут этот повтор, чтобы мы тоже с вами могли оценить. Стойка у Вахтанги Чидрашвили. Да, один балл. Оценили движение Владимира. И сразу молниеносную атаку, вцепился в ногу, попытался пробежать и бросить, но не получилось. Но опять переходит на рычаг локтя. Уже третья попытка перехода на рычаг локтя от Владимира. Получается оторвать и делает болевой прием. Рычаг локтя заставляет сдаться своего оппонента. Ну что ж, Владимир Гладких. Достойная победа на данном чемпионате Европы. И к своим трем победам на чемпионате Европы добавляет еще одно золото. Четырехкратный чемпион Европы Владимир Гладких. Чидрашвили, Вахтанги, Грузия.